Жители села Сычавка, уважаемые депутаты, уважаемые те, кто не безразличен к судьбе Тельвульского лимана, кто сегодня оставил все свои домашние дела и пришел сюда для того, чтобы вместе с нами рассмотреть очень важный, очень серьезный вопрос для региона, в котором вы проживаете. Всем понятно, что чтобы принять правильное проектное решение для спасения от Тельвульского лимана, Тельвульского пересыпа, необходимо было проделать очень большую работу. И с точки зрения научной, и как проектировщики, для этой работы на стадии ТЭРа были привлечены ведущие наши научные организации, эти институты, и проектные институты, и учебные заведения. Экологическую часть этого раздела ТЭР и нынешнего рабочего проекта разработана специалистами, учеными экологического университета. Что касается рыбных запасов и рыбной характеристики, то есть такой южный центр, ЮГНИРУ, тоже они участвовали в этой работе для того, чтобы оценить, что же дальше будет с этим лиманом, в части вот их рыбохозяйственного использования. Среди них Институт гидробиологии Академии наук, значит, который занимался вопросами изучения, что будет с флорой и фауной, которая там находится, когда мы дадим туда воду морскую. Разработку раздела материалов оценки воздействия данного строительства на окружающую среду выполняла фирма «Авиа». Практически это работники Черноморский проект института, вы знаете, проектного института, который занимается всем побережьем, словом, всем побережьем Черного моря. Это и Одесская, и Николаевская, и другие области, кто примыкает.